что ты знаешь о настоящей власти. Когда-то ты толком не мог владеть даже собственным оружием, и все твои стрелы не достигали цели. Но ты был упорен. Ты исследовал этот многоликий мир, пугающий и восхищающий. Постигал ремесла и магию. Сражался лицом к лицу с чудовищами и всеми, кто посмел встать у тебя на пути. Ты быстро понял, что роль героя-одиночки не для тебя. И путь к истинному могуществу откроет тебе только сильная гильдия с тобой во главе. Вы захватывали замки и управляли землями. Разумно, справедливо, но порою жестоко вы торговали, собирали налоги и подавляли мятежи. Мечом и заклинанием. Но королевские сборщики налогов, что приезжали ежемесячно в вашу цитадель, заставляли тебя все чаще обращать взор в сторону сияющего замка на холме. И теперь ты здесь, в тронном зале королевского дворца, свергнувший тирана-освободитель, герой, добравшийся до желанной награды. Но ответь мне, что ты знаешь о настоящей власти?